В районах республики проходит первый сельский кинофестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы и Году литературы. Организатором культурного мероприятия выступает Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашии. Наша съемочная группа побывала в Цивильске и узнала, какие фильмы подготовили для местных киноманов. Удобные кресла, приглушенный свет и большой экран. Цивильский дом культуры превратился в настоящий кинотеатр. Здесь собрались жители со всего района. Любители отечественных фильмов оказалось около 500 человек. В афише два фильма на военную тематику. «Буду помнить» и «А зори здесь тихие». Тема войны, конечно, она очень интересна. Дети должны знать о прошедшем нашего народа, о том, что многие деды и прадеды отдали свои жизни. И надеемся, что просмотр этого фильма поможет нам в дальнейшей работе. Мы надеемся, что будут такие фестивали еще для детей, именно для сельских детей. Можно организовать такие фестивали для родителей совместно с родителями. Сельский кинофестиваль проходит в 5 районах республики. На каждой из площадок покажут разные фильмы. Киноленты по качеству ничуть не уступают тем, что показывают в стационарных кинотеатрах. Специально для проведения фестиваля организаторы используют оборудование мобильного центра «Киномобиль». С его помощью наслаждаться кинопросмотром можно даже в открытом поле. Мы готовы выезжать в районы нашей республики. У нас есть для этого возможность, у нас есть оборудование. И мы готовы по заявкам, если действительно будет интерес к нашим российским фильмам, приехать в тот или иной район, в ту или иную деревню и показать как новинки отечественного кино, так и отечественные фильмы из нашего кинофонда, который насчитывает более 10 тысяч лент. Организаторы фестиваля отмечают, что у сельчан появилось больше возможностей оценить новинки киноиндустрии в широком формате. В следующем году увидеть отечественные фильмы смогут еще больше жителей республики. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.